Всем привет! Продолжаем игру Night in the Woods. Меня зовут Саша. Пока не знаю, останется у меня Саша Пол на канале или нет, не останется, потому что слишком их много оказалось на Ютубе. Саша Пол слишком много. Это неудобно, это нехорошо. Котик, он в прошлой серии, напомню, бежал домой, прибежал сквозь темный лес. Страшно, боюсь. Вот тут дома, семья. Раньше я была такой милой, мы вместе были милыми. Это точно. Какие мы все милашки. Могли бы путешествовать и выступать, милый Боровский. Ты девочка Руби, насколько я помню. Дорогая. Ой-ой-ой. Да? Подойди ко мне, пока не ушла. Ладно. Привет. Это мама. Привет, мам. Добро пожаловать домой, милая. Спасибо, что не сменили замки. Похоже, она тут анархист или кто там, что там? Система 0, 0 система. Сбегает из дома. Извини, мы перепутали день твоего возвращения. Она куда уезжала? В армию? Это было короткое уведомление. Какое короткое уведомление? Все хорошо, мам. Мэй, дорогая. Да? Все в порядке? What do you mean? What do you mean? Дорогая, что-то случилось? Мне просто нужно было вернуться домой. Ну, милая, думаю, ты понимаешь мое беспокойство. Обычно студент-второкурсник так не поступает. Ах, студент, я думал, ей 15. Так, менять ли голоса? Я знаю. Ладно, повзрослее сделаем, да? Я знаю. Дорогая, ты можешь сказать, если что-то произошло? Мам, я в порядке, правда. Мы можем поговорить об этом позже. Конечно, дорогая, все в порядке. Спасибо, мам. Я уверена, твои старые друзья будут рады тебя увидеть. Ты случайно не знаешь, где Грег? О, да, Грег работает в Snack Falcon. В тауни-центре у клик-клака. Ну, это сложно читаемый текст, конечно. Хорошо, давай выберем вот это. Да, это так удобно. Знаешь, с тех пор, как фуд-донки закрылся... Фуд-донки закрылся? О, да, почти год прошел. Вау, и куда теперь ходят за покупками? Все ходят в Хэм Пантеру шоссе. Но я вижу твоего маленького друга Грега. Когда я ему в город. Еду в город. Вау, фуд-донки закрылся. Теперь у нас есть Snack Falcon. Это совершенно новый мир, милая. Давайте так. Что ж, желаю тебе хорошо провести время здесь. Столько нового. Посмотри, что изменилось. Так и сделаю. Только будь осторожна со своей этой стройкой. Ну, что за осень в Possum Springs без огромной стройки? Это так по-праздничному, дорогая. Вернусь позже. Пока, милая. Какая стройка? Куда нам идти? Посмотрим журнальчик. Мама. Теперь не... Да, теперь всех можно узнать, если что. Маму три... Сзади три пальца кто-то ей подставил рожки. Опачки. И два хвостика снизу.
Папа волосатый, мама нет. Хорошо, будем знать. Я пошла. И пошла я куда-то там кушать пять. Home again. Класс! Ой, белка! Убить, 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 убить! Опять это я ФБР. Что? Белка! Белка, белка, белка! 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 Я так глаза весело подпрыгивает, когда она сама подпрыгивает. Так, вот это как раз таки строй. Белка! Ложи белка, я белка! Белка! Я белка! Классные тут машинки. Ой. Надо поболтать с козликом. Так, она у нас взрослая, да? Типа лет там 18, 19, ракуш, что-то там. Хорошо. Ну, все равно мелкая, мелкая, мелкая. Так. Что у нас? Здрасте, мистер Твигмейер. Типа она выросла, допустим. Представь, что она выросла за эту ночь из 14-летней в 19-летней. Мой это ты. Шпяжияш и Ирцере. Ну, шпяжияш, конечно, я. Представим, что так, конечно, приехала в гости домой. Нет, приехала навсегда. Что ж, у нее больше нет колледжа. Что? О май гад, что делать? Давайте первый вариант. Что ж, я уверен, что ты сожгла его. Колледж? Да, да, да. Звучит как обвинение, мистер Твигмейер. Я ни в чем не обвиняю. Просто попробуй не сжигать мою лужайку, поджигательница. Вот она какая, ясно. Маршистка. Ничего не обещаю. Куда пойдем? Лисы ездят в автобусах. Блин, как я промазала? Надо не промазать. Дать? А так. Да. Шабутная, шабутная девушка. Девушка яйца. Девушка. О! Люди всякие. Белки, машинки. И на самом верху кот какой-то синий. Так, поболтаем со всеми. Выясним, что тут вообще происходит. Да тут им Зернерс. Что ты делаешь дома? Я бросил учебу. Понятно. Вау. Ну да. Итак, получается, ты не уедешь. Похоже на то. Стрёмно. Так, как живется? Ладно. В смысле, нормально. Я с Дэй... Так это девочка? Тут вообще не ясно, кто. Мальчик, девочка. Мы с Дэнисом расстались. О, нет. Ага, он получил работу в новой тюрьме около Бридла. И встретил какую-то девчонку на заправке. Ух ты, ну и урод. Эх, он свободный агент. Наверное. Какое слово используется? Типа, для типа оружия, которое делаешь в тюрьме. Вроде ножа. Заточка. Надеюсь, Дениса подточат на работе. Просто чтобы напугать его, хорошо напугать. Это может сработать, напугать его прямо в почку. Все, я ухожу. Рад встретиться, приходи в любое время.
Ничего себе. Так они тут совсем не малышня. Не малышня, а мы идем наверх, мы живем наверху в самом. Ух ты, котик, это мой парень, нет. Да, нет, ты мой парень. Ты мой парень. Или ты? Может, ты? Мне нравятся твои глаза. И ты глаза нравятся, они синие. Почему я не могу вот сюда сбрынуть? А, смогу. Здесь у нас... Может, я много прошла? По бочкам, по всем. Вот, тут надо поболтать вот с этими. Что на лесенку-то? Как попасть? На лесенку хочу попасть. Здрасте. Здрасте, птица. Простите. Привет. Что ты делаешь на моем крыльце? Ну как что? Стою. Странный чувак. Здрасте. Эй, мистер Чазоков. Привет, моя лучшая из худших учениц. Да, это про меня. Ага. Любила созвездие, ненавидела школу. Эй, не говори так про школу. Школа открывает дорогу в будущее. Чем ты вернулась в Folsom Springs? Я вылетела из колледжа. Ну, если тебе до сих пор нравится созвездие, то в конце недели приходи ко мне на крышу. К тому времени я как раз настрою свой новый телескоп. Обязательно. Уи-ха! Звёздочки! Звёздочки, ура! Хорошо. Звёздочки, ура! Надо не забыть. К тому котику никак не попасть. Котик! Попробовать можно... Ой! Я убила белку? Чё не поняла? Что-то мякнуло. Блин, чё, серьезно? Или мышка, чё это, кто это? Белка вроде. Блин, а вдруг надо мочить? Ну, я не хочу мочить делать. Короче, я хочу вот туда, к тому коту. Здесь у нас Applebaum. Это Applebaum. Давайте все-таки попробуем. Ага. Сюда. Так, посмотрим, что это. Помню время, когда у семьи... Би был дом, а у них крошечно-дручащая квартира. Понятно. Так, давайте попрыгаем. Что? На третий раз говорят сильнее, прыгайте. Хова. Вот. Нет, туда я не попала. Возможно, это можно, возможно, не можно. Не знаю. Хорошо, давайте поспрашиваем. Так, этот мальчик мне явно нравится. Так, давайте уйти. Спасибо. Давай, давай. Кто, чуваки? Привет! Что-то я выше всех. Эй! Это же Харри, чем занимаетесь? Little Joe, ты арестован. Ух ты, дети все еще помнят о Little Joe. Мы используем твою ДНК. Знаете ли вы, детишки, что такое ДНК? Призраки не имеют ДНК. Это неизвестно. Ну, хотя там белок, ДНК-чик, белок. Ага, это такая штука, помогающая раскрывать преступление. Типа часть твоего тела, только очень маленькая. Ну, у призраков нет частей тела. Да, Харли прав. Леди, может, уйдете? Леди? Типа старушка. Привет. Привет. Привет! Мне кажется, у нас любовь. А поговорим, пожалуйста. Дэнни, верно? Мне кажется, ты был на старших курсах, когда я только поступила. Типа того. Чё так? А чё как? Только что потерял работу. О, нет. Говорят, что настройку всегда набирают. Это не так. На самом деле оказалось, что чаще всего увольняют тех, кого зовут Дэн. Что ты собираешься делать?
Я открыта подозрением. Дети теряли бы. Обращайте, куда тебя там, не давай вторую выберем. Этого я год как нигде не работал. Этот раз я продержался 6 месяцев, пока меня не уволили. Знаешь, как это влияет на резюме? Не совсем. У меня резюме зомби. Она мертвая. Но как-то ходит туда-сюда. Это... Я тоже безработная. Блин, прости, что вообще заговорилась с тобой об этом. И как держишься? Потихоньку. Свалилась из колледжа и живу с родителями. О, то есть, можно сказать, снова подросток? Нет. Я всего лишь взрослый, который живет с родителями. А, то есть ты не то чтобы безработная. У тебя просто нет повседневного хобби. Принося всего доход на съем ненужного жилья. Логично. Так, ладненько, мне парило. Ага. Чё-то не знаю, что глаза красивые. Вообще-то... Ну, да. Все-то ладно. Так, пока он лежит, я за кофейком схожу. Конечно, не он, она. Секунду. Проверю, где твоя запись. У меня паранойя. Паранойская паранойя. Угу. Угу. Все нормально идет. Цель игры пока что мне не ясна. Возможно, просто жизнь, как бы. Жизнь типа Life is Strange и все такое. В итоге она студентка и ушла с учебы после смерти дедушки. Возможно, это связано, возможно, не связано. Типа депрессия, все дела. Не знаю, пока еще мы не выяснили это. Ну, я думаю, живем с родителями. В принципе, неплохо. Зачем снимать хату, когда можешь с родителями жить? Пока что там временно или постоянно. Кто-то вообще всю жизнь живет с родителями, ничего нормально. Так, в Тауни-центре платформ. Так, я уже... Классные листочки, да, такие. Ва-ха! Люблю осень, очень прекрасно, хотя сейчас зима. Так, тут можно что-то взять лапочкой. Ляпочкой. Лёва, возьмем ляпочкой. Ой, я куда-то попала. А, взяла креветку. Пропал котик. Это плохо. Когда котик пропал, то плохо. Плохо. Итак, Харфест. Possum Springs ежегодный Харсткакуляр. Празднуем осень. Так, празднуем цвета осени со своими соседями. Жрачка, конкурсы, игры и ежегодная Crazy Костюм Парад. Так, октябрь 2024, Тауни Центра. Угу. Спонсор Possum Springs Chamber of Commerce. Коммерческая церковь, Chamber, что там, приход. Благословленные похоронами. Можно ему допереводить. Так, потерялся.
крыши Харки 19 лет. Ну, видимо, теперь по 19. А вот это, наверное, его ее паренек. По возрасту подходит крыши Харки. В постсума с принца. Последний раз видели в июне гуляющим на западном где-то одним, короче, он гулял по дорожечке сзади в жрачке Данки. Он был одет в черную худи, тут это как там толстовочку, джинсы и черные кеды. Дальше. Если вы имеете информацию о местонахождении Кэсси Харти или какое-то время назад видели, что его видели, пожалуйста, свяжитесь с постом с принцской полицией, департаментом и медиатли. Внезапно быстро свяжитесь. Понятно, хорошо. Приятного аппетита всем, кто кушает. Мне тоже спасибо. Но руку в ногу взял, нормас. Так, сейчас пойдем сюда. У нее должен быть парень, это точно. Она классная, у нее парень должен быть. Хотя часто бывает, что у классных нету парня. Ой, это хоть завод или что? Жрачка. Что это едет за... Какие-то сосиски. Ну, поговорим с ней. Тролли сайт ньюс. Эй, я только что рос город. И одна вещь, по которой все скучало, была... Эй, я помню тебя. Привет. Вор. Да ладно. А это было много лет назад. Украл один раз вор на всю жизнь. Окей, знаешь что? Take that back. Угу. А второе? Я ж поглядит в дым. Это дерьмовая забегаловка, которая находится в дыре. Обиделся котик наш. Это заведение ведет бизнес уже 50 лет. 50 дерьмовых лет в дыре. Знаешь, что еще было в дыре за 50 лет? Мертвые люди из 60-х. Никакого уважения. Можешь оставить свои сраные кренделя себе. И свои мусорные пироги. Да-да. Иди выбрось в реку. Дурак какой-то. Сейчас возьму очки. Слушай, кендельки. Сейчас возьму. Ну да, возьму. Взять-то. А что могу взять? Ну, все время рисует. Наверное, карта, чтобы заблудиться. Вот взять, я помню. Взять это CF, я жму и что. Бер. А, типа она больше не вор. Это метро, типа. Понятно, что это за помещение. Странное. О, людишки. Ну да, метро. Ну, что-то внизу плывет какахи, какие-то канализации. Не знаю, что это, сосиски. Так, поболтаем с этими людьми. Она совсем любит болтать, смотрю. Привет, подростки. Эй, чем занимаетесь? Ничем. Рыла. Как круто, что тут до сих пор кто-то тусуется. Мы делали то же самое, когда училась в школе. Знаете, я только недавно окончила школу. Сколько тебе лет? 20. Упс, немного не угадала, думал 19. Ты еще даже не можешь покупать пиво. Нет. У тебя есть машина? Нет. То есть ты уже не подросток? Вроде как да, вроде как нет, но...
еще не взрослый, и тебе нет 21, чтобы покупать алкоголь или ездить на... Ну, к этому машине 16 лет едет. У нее ничего нет, она живет с родителями, она не работает. Ну да, такое себе положение. Ну и пофиг. Пофиг. Покеда. Да, посмотрите здесь. Ну, чего. Пойдем наверх. Ничем не лучше, чем они. Не хуже, в смысле. В смысле, они не лучше. Сидят в подвале в каком-то. Ничего не делают. А уроки, домашку делать. Они сидят в подвале в каком-то. В метро или что, под мостом. Так. Снэк фэкон. А их пойдем пожрем. Все-таки... Я ем. Пусть она ест. У меня не то, чтобы ем, я кофеечку пью со вкусняшками. Снэк в школу. Да в школу, если в школу все. О боже мой. Да-да-да. Я знаменитость. Привет, Грег. Так, вот это. Они, наверное, с ним в банде играли, музон. Привет, Грег. Что делать здесь? Я вернулась. Вернулась типа на один день. Вернулась типа навсегда. Жаль, что ты не померла в колледж. Да. Смешно. Жаль, что ты не подцепил плотоядную болезнь. Жаль, что ты не присоединилась к культу убийц. Жаль, что тебе не оторвало конечности. В том инциденте с автоматом газировки. Боже, как я рад тебя видеть. Классно он руками этого. Как Ангус, вы двое еще встречаетесь? Погоди. Это когда она или кто? Я тут не понимаю, кто здесь какого пола вообще. Что ты делаешь? Меняй музыку. Сейчас будет рок. Нет? Что? Ангус. Что ты сделаешь? Очень миленько. Мне нужно, блин, на заставочке кучу каких-нибудь штучек классных. Тут классные заставочки будут, вообще грязные заставочки. Продолжаем игру. Жаль, что они не анимированные. Но я думал, скоро будут анимированные на ютубе заставки. Ой, заставки, превышечки. Что сделаешь? Я живу здесь! Уйга, с каких пор? Со вчерашнего вечера или типа того? Потрясающе! Пошли на репетицию группы. Е-е-е! О боже, группа все еще не распалась. Это супер. Тогда репетитор. Сейчас. Купер, слушай, я иду. Гайду. О, вкусно, я иду. Когда заканчиваешь работу? А сейчас? Ну, там вкусно. Серьезно? Это похоже на меня. Когда появилась Даша. Даша Четочка. Спустя вот это года два или три. Классная, классная. Сейчас будем жать басовые клавиши. Они на 3-4. О май гад, о май гад. Дайте мне гитару, я пору весь мир. Ну, то есть струну какую-нибудь. Привет, Ангус. Я увидел сегодня. Это ты. Это Мэй. Это Мэй. Где музыка, кстати? Пропадает в каких-то моментах игры музыка. Понятно. Мне нужно куча классных заставочек. И это тоже не нужно. О май гад. Как Саша встретила нашу.
Да, да. Отлично, отлично. Так что сарай для ячейных зачаток, да? Ага, не знаю, как он вообще столько... Я не знаю, как он вообще столько прокинул. Сколько всего там было вчеринок, вот серьезно. Чтобы он продолжал работать, нужно было очень много вчеринок. Нет, вы старый бас-гитара! Погнали! Ну, как бы, да? Окей. О, блин, не уверена. Ничего себе! Синий человек с ангхом на шее. Ну ладно. Хорошо. Нормас, нормас. Да. А он что у нас будет делать? На бурабанах? Бурабанах? Или пить? О, да, чжа, да, чжа, да, чжа, да, да. Эй, Би, Мэй вернулась. Точнее, эй, Би, Мэй вернулась. О, привет. Привет. Она определенно вернулась. Стоп, что? Ты, ох, ты пришла на репетицию? Это девочки, я ничего не пойму. Только мальчик вот этот, наверное, да, в галстуке, в шляпе. Я играю на барабанах. Я играю на барабанах. На барабанах. Это не барабаны. Это компьютер. Да все нормально, она также играет твои басовые партии. Все играет. Но в моем понимании это басовые партии. Но я могу выключить их. Выключить на своем компьютере. Мэй, нам по-любому надо сыграть песню, а тебе по-любому сыграть на басу. Ну, я даже не помню как. Это ведь даже не барабаны. Ой-ой-ой, подождите. Где звук музыки? О май гад. Один, один, три, четыре. Один, четыре, три, три, три. Я обожаю ножовый басист. Ну еще бы. Двойки никогда не было. Не было двойки. Засевшие в тупиках ули. А, они еще и слова поют. Ничего себе. Куда все дети приходят играть? Застряли где в прошлом, встречайте будущее. Смотрим, как осени пролетают мимо. Я просто хочу умереть это еще, если... Я только могу умереть где-то еще там. Иди же со мной, давай умрем где-то еще. Где угодно, только не тут. Если они слышали мое имя, я знаю они, что я шел один. Этим запыленным улицам, уставшему дому. И прикатят они меня, и они размышляют, что было здесь раньше, нет. Они не заметят, на что, куда я ушел. Они не заметят, о мой гад, я не знаю, я просто хочу иметь это еще. Если бы, если бы так, я только мог умереть, это еще так. На-на-на-на-на-на-на. Отлично! О боже, это было awesome! Awesome! Шикарно! Шикарно! Да, это было плоховато. Нормально, мне нажимать кнопки всякие, петь, читать и кайфовать от музыки, конечно. Да нормально, блядь, и чё там, нормально тебе. Да, это было здорово. Супер-пупер. Мне понравилось, чуваки. Чуваки, мне понравилось, Не знаю, супер, супер. Я никогда, честно, я не играла в таких нажималки и вот в эти вот эмуляторы, симуляторы струны, вот этих барабанов. Нет, нет, нет.
быстрое нажатие вообще по цифрам. Это нет. Это мой первый раз практически срань господня. Это было довольно сложно. Будущее нарастаешь. Надеюсь, блин. Запястье болит. Это была круто, подруга. Я же говорю, единственный чувак, который меня поддерживает, это Даша. Даша! 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 Даша, че? Даша, чья точка? Продолжим. Типа снова увидеть тебя. Сыграть мои старые ужасные басы. Ладно, мы не обедали, типа того. Да. Это что, щи будут у нас? Хорошо, ура. Ура. Вау! У нас есть банда. Вау. Или какой вот этой вот нужно сыграть? Ладно, погнали. О, да, скучал по пицце моей. В школе была пицца. О, круто. Я сейчас разберу там мне кусочек. Эй, моё! Я все загребу. Эй, я взяла? Я тяну. Пицца не такая уж и вкусная. Довольно отвратительная. Чуваки, вы не слышали о пищевой шкале? О пиццевой. Пиццевой шкале. Чё? Существует шкала пиццы. На одном конце худшая пицца. Типа все, что над ней. Все, что и все еще довольно хорошее. Что на другом конце шкалы? Там везде пицца. Пицца хороша. Тук-тук, и чё-чё-чё? Что, Мишка, возьми, ты не можешь дотянуться до пиццы. Я имею в виду, это не паста. Мишка не дотянулся до пиццы, бедняга. Я скучал по пасте, не прикасаясь к корочкам. Жиза! Нам нужно было пойти за пастой. Но здесь атмосферно. Сиденье комфортнее. Еда ужасна, но у нее свой шарм. Ты теперь слишком моднявая для закусочных, ребят. Пожалуйста. Я выросла в этой закусочной. Ты типа триллион крыс. Ты и типа триллион крыс. Нормально. Так, когда вы собираетесь выступать? Я что-то сомневаюсь насчет выступления. Но мне понравилось. Потом в записи послушаю. Отлично. Фырк-фырк. Мэй, мы не выступаем. Мы слишком круты для этого. Я согласна. Это 100%. Это не выступать, это просто высшее вообще. Самое лучшее иметь группу и не выступать, просто репетировать, кайфовать, а не стрессовать на сцене, стрессовать, когда договариваешься с там организаторами, с самой сценой, вот эта техника, все это вот. А просто репетировать. У нас у всех есть работа, Мэй. Увольняемся. Я работаю в видеопрокате. Ц-ц-ц. Я в старой кирке. Давайте первый выберем. Ха. Да что ж такова жизнь. Я владыка Снэпфелка. Лисичка классная. А где Кейс? Да, ты ещё не знаешь. Кто-то умер, походу. Кейси здесь нет. Нет, в смысле нет? Запрыгнул в ближайший поезд, я думаю. Ого, он всегда говорил о чем-то подобном. Да, и в один день он просто исчез. Чистый побег без прощального сообщения, фиг того. Ну, думаю, для него так даже лучше. Его родители развесили плакаты о пропаже. Но все знают, что произошло. Боже, Кейси, я... В чем-то... чем именно ты занималась, Мэй? Я была в колледже. И почему ты сейчас не там? Мэй жнится,
дуется GGCPT. Давайте первый выберем. Похоже, мы прострём все вообще диалоги, потому что непонятно, что пишут. Потрясающе. Да. То есть мы не знаем, почему она ушла из колледжа. Класс. Что ж, лучше бы нам разойтись по домам. Ах да, у Ангуса свидание с онлайн-игрушкой. Везунчик. Очень, конечно, грустно, что, блин, часть этих диалогов непонятна. Тут либо грузить английскую и переводить тупо так же примерно, загружать игру, либо читать вот это жмиться, жмиться, как же хорошо вернуться? Клак, Динер. А, клик-клак, да-да-да, клак, тик-так. Куда вернуться, интересно? Чувак, ой, кися! Кися у киси? У них есть свои киси? Класс. Чувак, можем заходить каждый день. А, просто. О, мой бог. Твою же мать. Чё? Это что, рука? О, точно, рука лежит. Это рука. Никому не двигаться. Давайте потыкаем мне палкой. Чуня белая! У-ха! Так, на момент мне нужно ответить на звоночье. Алло? Да? А! Продолжаем тыкать палкой в руку. Так. Я первая. Тыкать палкой в руку. Это же прекрасно. Мэй, ты типа испортишь весь дом. Ну, типа нет, наверное. Я начинаю беспокоиться, как бы меня не расчинили по дороге домой. Тихо, я хочу посмотреть. Я тоже. Тебе не нужны уши, чтобы смотреть. Палка! Тыкай палкой! Пью-пью-пью-пью-пью-пью! Так. Пак-пак-пак-пак-пак-пак. Ой, таракашка! Пик-пик-пик-пик-пик. Нам нужно чего-то добиться в этой ситуации. Потыкать. А, смотри, татуировка какая-то или что. Может, нам в таракана потыкать? О, вон что. Все, я поняла. Нам нужно задернуть его рукав. Посмотри, татушечку. Татуировка у человека. Чуть не тыкается. Что здесь происходит? Это кто, милиционер? Блин, я не успел посмотреть татуировочку. Там, по-моему, татуировка какая-то была. Ромбик какой-то. Милиция пришла, милиция. Милиция, не ругайте нас, пожалуйста. Сейчас все окажутся за решеткой. Здрасте, тетя. А, тетя Молли, блин, я думала, мужик. Мы нашли руку. Так, Мэй, положи палку, это дед руки. Ладно, только не надо бить меня электрошокером. Ничего не обещаю. Ладно, кажется, Ангасу и мне пора на Мэй. Увидимся завтра, Мэй. Что, вы валите от меня? Вы друзья или что? Так, я не хочу, чтобы кто-то из вас шел сегодня домой в одиночку. Идите парами, здесь творится что-то плохое. Я выбираю лисичку. Я могу подвезти Мэй домой, офицер. Спасибо, Би. Да, спасибо, Би. Погнали. Я хочу с лисичкой. Лисичкой хочу. Привет. Итак. Работаешь в старой кирке? Да. А не обучают тебя так, как владеть семейным бизнесом? Они? Ну, твои родители. Эй, смотри, мы уже приехали. Но мой дом находится через несколько кварталов. Выметайся. Окей. Спасибо, что подвезла. Опять идти домой через лес. Все понятно. Ири.
Вот я же говорила, хочу с лисичкой. Я хотела с лисичкой пойти. Я хотела с лисичкой пойти, пожалуйста. Я хочу с лисичкой пойти. Дайте мне пойти с лисичкой снова, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Лисичка, верните мне лисичку, она лучше всех. Лисичка лучше всех. Ну, ладно. Блин, ну не знаю, прошли без леса. Я думал, с леса. О! Дневник, классно. Грегори спится. Скейл. Итак. Слишком крутая. Too fancy. Офигенская. Нормальная. Замороженная, дешевая, плохая. Итак, хорошая, как черт вообще. Отлично, как черт. Грег. Rules, окей. Избегать плохой. Так, тейбл, хорошо. Арм, рука. Нашли руку. Исследовали. Так. Да-да-да, у него там какая-то таракашка была, да. Во-вторых, там была пометочка какая-то. И армейский жакет. Да-да-да. Ну, это мы помним. Привет, папа, мама, кто ты? А, это папа, он в очках. Папа в очках. Эй. Привет, котенок. Мы тут все котенки. Мяу. Послушай, Мэй, мне жаль за вчерашнее. Я и правда думал, что ты приедешь сегодня. Давайте первое будем трать. Не знаю. Прогулялась через овраг у старой мельницы. Чуть не погибла. Чего? Ну да, чуть не завалила. Обычный день. Ну, я обещаю тебе, что больше это не повторится. Давай вот что. Притворимся, будто я приехал домой сегодня. И мы только что вернулись с автобус-остановки. Начнем по новой? Ага. Давай. Привет, пап. Привет, Мэй. Спасибо, что встретил меня. Добро пожаловать домой, Мэй. Наверное, я пойду на боковую. Ну, у тебя был тяжелый день. Какой ночи, котенок. Так, папа выглядит старше, но по-прежнему мясной. Ой, пока не забыла сказать. Чего? Мы нашли руку сегодня, она валялась на земле. Мы все еще притворяемся, что сегодня это вчера? Нет, мы вышли из клик-клака и увидели руку. В смысле руку? Чего? Потом пришла тетя-охранник из торгового центра. О, божечки, это очень странно. Я потыкала руку палкой. Так, Мэй, серьезно, не надо тыкать мертвые части тела палкой. Поздно. Ого, надо отправить сообщение Молли. Ну все, теперь точно спокойной ночи. Похоже, мы сейчас ляжем спать. Ой, второй этаж, птичка. Это ночника, да? Никакого интеракта нету. А мы тут ходили. Ой, тут наверх. А как мне попасть вон туда? Она туда не может ходить? А, нет, может. Смогу. Но зайти не может. Ладно, и здесь ничего, и можем ходить. А вот сюда можем? Давай запрыгнем на лампу, во-первых. Ать, сейчас. Хач! Нет. Хач! А сюда? Ой, девочкин туалет или это ее комната? Блин, я не помню, что это. А это что? Или там ее комната? По-моему, внизу была комната, а здесь что? Мамина комната. Еще балкон или крыша, чердак, что тут? Мы здесь не были. На самом деле у них осень очень классная. Несмотря на то, что потом зима, но сама осень отдельно от всего взятая, вырванная из контекста, очень прекрасна. Нет, наоборот, мы попали к ней, я хочу туда сходить.
И весна тоже, потому что потом лето и осень. Опять лето и осень. Может, весна и зима позади уже, когда зима. Весна и осень — это прекрасно. Ну и лето, как бы, лето, понятно. Типа, хорошо. Вот здесь что это? Мне кажется, мы туда-сюда заходили в прошлый раз. Чердак здесь. Глаза такие полосатые. Что это у нас? С каких пор ползковое место перекрыто? Интересно, уберет ли их папа ползковое место? Дайте же пари, папа поставил сюда. Он должен их передвинуть. Это будет справедливо. Какое ползковое место? Это будет справедливо. Не пропадает глаз, хотя после... Ага. То есть не может пройти. Ясно. Но мы это, об этом скажем папе в следующий раз. И сейчас мы пойдем с патушки, баюшки. А может прыгнуть? Не прыгает. Нет. Все ясно. Не хочешь прыгать. Ладненько, баюшки баю. Идем. День прошел отлично. Прекрасный денек. Мы налажали, как и полагается, на гитарке. Это естественно, когда не берешь гитару очень много лет, ну, много-немного, но сколько-то, то получается лажечка, лажуля, лажала, лажара. Баюшка, баю, не ложись на кровать, перестанешь молчок и укусит за бочок. Оно не отражается, а это привидение. Это спать или это глаз? Играть она репетировать не собирается. Ночь спать пора. Ну посмотрим, что за глаз. Время сна? Да. Ты не можешь жить в кровати моей. В смысле? Как это? Могу. Время сна? Yeah. Вот так вот, на такой ноточке мы остановимся. Прекрасных всем сновидений. Пока-покашечки. И увидимся в следующей серии, в других игрушках. Внизу в описании прохождения других игр, видео, плейлисты прошедших игр, проходящих. Кавер-версии песен. Наверное, я не знаю. Делите канал на две части. В смысле, два канала, второй канал делать. Или оставить все в одном канале. Пока не знаю, пока все в одном. И каверы, и игры, и все подряд будет пока тут. Потом посмотрим, не знаю. Все, всем пока-пока. Люблю, целую, обожаю. У кого? Всех, кого знаю, конечно. Все, пока.